Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Юрган». В прямом эфире программа «Случай из практики». И я, Екатерина Борш. Последние два десятилетия все больше говорят о значительном росте числа заболеваний молочной железы. Как в нашей стране, так и в большинстве экономически развитых стран. Каждый год у тысяч женщин находят проблемы с этим органом. Как избежать болезни или как ее своевременно диагностировать, об этом мы сегодня говорим с гостем нашей студии, гинекологом, эндокринологом Еленой Малагиной. Елена Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Напомню сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира 46-90-60. Традиционно предлагаю с вашими вопросами гости обращаться, звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. 46-90-60. Предлагаю начать с самого начала. Угу. Как формируется, в каком возрасте это нормально или наоборот ненормально? Вот как молодым мамам растущих девочек наблюдать? Угу. За этим процессом. Ну, на самом деле, молочная железа – это такой орган, который существует и у мужчин, и у женщин. Угу. Но, конечно, больше развит он у женщин, потому что несет основную физиологическую нагрузку выкормить ребенка. Угу. И по этому построению есть определенные различия. В частности, если представить себе молочную железу у женщин, уже развитую молочную железу, то можно представить ее себе в виде такой виноградной веточки. То есть каждая ягодка – это вот тот кусочек железистой ткани, который в последующем, когда женщина родит ребенка, будет синтезировать молоко. Из каждой вот такой вот ягодки выходит выводной проток, который объединяется в общий ствол и открывается на соске уже, собственно, угу. из которых и будет поступать молоко. Но первые признаки формирования молочной железы, точнее ее развития, мамы должны замечать где-то в районе 10 лет. Начиная с 10 лет вообще просыпается репродуктивная система, просыпаются яичники у девочек, они начинают так или иначе вырабатывать гормоны, в частности эстрогены, андрогены, которые ровно как и на весь женский организм и на молочную железу будут оказывать свое непосредственное влияние и обеспечивать рост вот непосредственно и развитие вот этих вот ягодок, да, то есть вот этих железистых компонентов. В результате чего сперва меняется форма вот этой вот железы, то есть они нагрубают, появляются какие-то боли поначалу у девочек. Но, собственно, это все вариант физиологии, то есть это норма. И стоит только девочек успокоить немножечко, то есть как-то объяснить, что с ними происходит, и, как правило, никаких проблем не бывает. Нормальный процесс взросления. Нормальный процесс взросления. Гинекологи, особенно детские гинекологи, знают определенные стадии формирования молочной железы. И надо сказать, что молочная железа постоянно претерпевает какие-то изменения в зависимости от того, в каком периоде жизни женщина находится. В частности, пока женщина еще ни разу не была беременная, пока она не кормила грудью, молочная железа у нее достаточно рельефная, как правило. И действительно, в таком недостаточно зрелом состоянии она находится до момента, пока у девушки не наступит беременность. Как только наступает беременность, те гормоны, которые вырабатывает плацента, которые вырабатывает сам материнский организм, запускают процессы формирования определенного рода секрета, который в последующем будет трансформироваться, превращаться в молоко, необходимое для кормления малыша. И женщина, которая уже кормила грудью, она имеет совершенный, так называемый совершенный тип строения молочной железы. То есть клетки, они уже знают, что такое выполнять свою основную функцию, выделять молоко. И таким образом, именно эти клетки будут меньше всего подвержены каким-то онкологическим заболеваниям, каким-то трансформациям, внешним факторам, которые могут изменить структуру клетки, превратить ее в раковую. Поэтому в группе риска по заболеванию молочной железы, не только онкологических, но и каких-то доброкачественных, относятся женщины, которые никогда не кормили грудью по каким-то причинам, либо по причине бесплодия, то есть у них не было беременности, либо по причине того, что беременности прерывались там, в результате выкидыша абортов, либо просто отказ, сознательный отказ от лактации, то есть это группы риска, потому что молочная железа, она должна пройти, предназначена для кормления, конечно, она должна начать и закончить этот цикл.
То есть начинается цикл вот в период где-то 10-12 лет развития, потом на какой-то период этот цикл замедляется, а потом он ускоряется в процессе наступления беременности и в последующем уже в процессе кормления грудью. Причем оптимальное время для ребенка, чтобы мама его кормила, не менее 9 месяцев. Угу. Для молочной железы оптимально не менее 6 месяцев кормления. То есть если женщина кормит более 6 месяцев, то она уже вот эти вот факторы риска исключает, вот какую-то патологию. Поэтому как раз вот развитие молочной железы во многом зависит от репродуктивного поведения. Женщины, конечно, женщины, которые делают аборты, они имеют, как правило, больше проблем с грудью, вот, и мы как-то к ним более настороженно относимся. Но у нас есть звонок, можно хорошо, я вас прерву, потом давайте. Мы продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос. А, вот, я хочу задать вопрос вот такой. У нас в жизни вот такое произошло. Когда у моей дочки было, ну не знаю, лет, наверное, может быть, 7, вот, ее грудь одна как бы стала, ну, расти, а другая как бы нет. Вот. Мы обратились к гинекологу, гинеколог сказала, что так и должно быть. Сначала одна грудь растет, потом другая. И у нас так и выросла. Вот она сейчас уже взрослая, у нее так одна грудь меньше, другая больше. Вот. Настолько, вот такой, это сказал опытный врач, который сейчас работает в центре планирования семьи. Настолько заметная асимметрия, да, получается, сильно? А раньше она была простым гинекологом. Другой вопрос немножко. Давайте попробуем и тот другой вариант. Спасибо большое за вопрос. Закладка молочных желез, конечно же, идет в эмбриональном периоде. И какое количество железистой ткани было заложено девочке, вот мамой, да, то есть вот как происходило формирование грудных желез как раз в период формирования ребенка, это во многом будет определять и форму молочной железы, и ее функцию. Это первое. Второе, понятно, что если девочки рождаются, допустим, после какой-то травмы, возможно, кесарево сечение, если были какие-то неблагоприятные течения беременности у мамы, это тоже может откладывать определенные отпечатки. А потом не забывайте и тот факт, что вот, ну, сейчас, слава богу, это реже, но раньше у детей очень часто были маститы, да, то есть вот у деток это как вариант гнойно-септической инфекции до года, то есть когда-то эти маститы вскрывали, когда-то просто лечили. То есть вот это тоже те факторы, то есть инфекция, которая может привести к тому, что железистая ткань как раз в период раннего детства, она просто атрофируется, может быть, с какой-то стороны. Вот, и, соответственно, одна железа развивается гораздо быстрее, чем другая, потому что все будет определять количество железистой ткани в грудной железе. Возможно, что симметрии же у нас вообще в целом в организме. У нас нет, понимаете, в чем дело? Глаза не одинаковые, уши согласна, не одинаковые. Но тем не менее, гормоны, вырабатываемые яичниками и вообще женским организмом, они действуют одинаково, им без разницы, на левую, на правую железу действовать, потому что они все циркулируют в общем кровотоке. И так не бывает, что на эту молочную железу я буду действовать так, а на другую я буду действовать совершенно по-другому. То есть, вероятнее всего, были какие-то факторы, которые привели к тому, что часть железистой ткани вот у девочки, может быть, погибла или атрофировалась по каким-то причинам в детстве. А может быть, она не была заложена исходно, потому что были какие-то проблемы у мамы в период беременности. Но как вариант, вот в принципе, нужно следить просто за этой маленькой молочной железой, которая развита меньше, скажем, чем другая. Вот, и просто-напросто отслеживает какие-то патологические процессы, возможно, которые будут в ней проявляться более значимо. Да? То есть, поскольку она действительно меньше, она немножко по-другому развивается, соответственно, в ней возможно более частое развитие каких-то дисгормональных явлений, чем в более там, а полноценном подтянуть, чтобы доразвилась? На самом деле, вот подтянуть вот так, чтобы одна и другая были одинакового размера какими-то гормональными препаратами невозможно. Это только пластическая хирургия. И, в принципе, такие возможности есть, потому что бывают случаи, они нередки, когда асимметрия достаточно значимая, женщины идут и устанавливают имплант силиконовый нужного размера в ту молочную железу, которая гипотрофирована. И, в принципе, никакой асимметрии становится незаметно. Тем более, что сейчас достаточно совершенные методики вот как раз этой пластической хирургии, и настолько тонкие, и настолько нежные швы, что они практически не видны под складкой еще вот этой вот молочной железы. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Дело в том, что мне был поставлен диагноз фиброаденоз молочной железы.
Каждые полгода я наблюдаюсь у доктора, но в последний раз на УЗИ доктор мне сказал, чтобы я сдала анализ крови на пролактин, который у меня в итоге оказался повышен. Там число 860 при норме до 540. Доктор сказала, что, возможно, понадобится какая-то терапия. Ну, я как-то решила в интернете все это посмотреть и увидела, что действительно данный гормон, он влияет еще на его значение именно фаза цикла менструального. И как бы в мой период, когда я сдавала этот анализ, по идее допускается норма до 1000. Вот насколько это действительно так и вообще, если действительно это какая-то патология, к какому доктору мне обратиться, где смогут назначить какое-то грамотное лечение. Спасибо большое вам за звонок. Пролактин действительно это гормон, он достаточно необычный, но вот в своей практике очень часто приходится проводить его коррекцию. Это гормон, который биологически был придуман вот природой для того, чтобы как раз обеспечивать вот лактацию, чтобы дифференцировалась, развивалась молочная железа в нужном русле, для того, чтобы в конечном итоге женщина смогла выкормить ребенка. В норме он повышается у женщины в период беременности, потому что вырабатывается частично плацентой, частично материнским организмом, и в период кормления грудью, первые 6 месяцев. И, соответственно, в этот период организм полностью отсекает все возможности наступления беременности, собственно, чем мы и пользуемся, назначая женщине в первые 6 месяцев после родов так называемый метод контрацепции лактационной аменореи. Мы говорим женщине, что если вы кормите грудью, если вы, у вас еще не начались менструации, значит, вы абсолютно инфертильны, и беременность у вас не наступит. Это физиология. И в результате повышения, то есть если этот пролактин повышается вне вот этих периодов физиологических, там, беременности, кормления грудью, то это рассматривается как патологическое состояние, потому что, в частности, молочная железа начинает реагировать на повышение этого гормона как раз изменением структуры молочной железы, то есть грудь нагрубается. Все на цикл получается. Вы знаете, если вообще на самом деле есть, конечно, определенная зависимость, но она очень незначительная, поэтому на сегодняшний день такой строгой зависимости говорить, что вот этот гормон нужно сдавать только вот в этот период, только вот именно тогда. Нет, сейчас такого нет. Можете сдавать в любую фазу менструального цикла, потому что если он повышен, то значит он повышен, тем более если есть какая-то клиническая картина. Действительно, вот это вот фиброаденоз, диффузный фиброаденоз, когда реагируют обе молочные железы, они абсолютно точно взаимосвязаны с изменением этого гормона, конечно. Кроме этого, молочная железа сама способна выделять этот гормон для того, чтобы как-то каким-то образом регулировать вот как раз степень дифференцировки клеток. Ну, получается, обращаться нужно? Ну, обращаться нужно к гинекологу в первую очередь, потому что, согласно последним нормативным документам, все-таки вот у нас вышел приказ, по которому диффузные процессы в молочной железе – это прерогатива все-таки акушеров-гинекологов участковых, то есть первая инстанция, куда должна обратиться женщина, это свой врач-гинеколог. К врачам-онкологам мы отправляем только в случае, если на фоне нашей проводимой терапии мы не видим никакого успеха, либо если эта женщина относится к группе риска по развитию онкологических заболеваний, либо если там есть какая-то очаговая патология, то есть какие-то именно пальпируемые или выявленные опухоли, и мы не можем идентифицировать, доброкачественный или это злокачественный процесс. И что касается вот этой вот девушки, то, конечно, я бы рекомендовала вам обратиться к гинекологу, потому что тут в любом случае требуется коррекция, потому что наверняка есть какая-то клиника, может быть, боли в молочных железах, мастология, может быть, выделение из молочных желез. Но и самое неприятное, что на фоне избытка пролактина, поскольку я опять же говорю, что его избыток приводит к тому, что просто отсекается возможность беременности, развивается и бесплодие, и нарушение менструального цикла, и поэтому в любом случае это требует определенной коррекции. Да, то есть нельзя пускать нежелательно. Хотя пролактин это гормон, который может повышаться на фоне какого-то стресса, на фоне там, какой-то активной физической деятельности. Говорят о том, что этот гормон может повышаться даже если женщина предпочитает белковую пищу, то есть чаще бывает повышен у женщин, которые там сидят на диете, на белковой. Кроме этого, он вырабатывается в предутренние часы и может повышаться у женщин, которые, допустим, не соблюдают режим сна бодрствования, то есть они спят либо в светлом помещении, не затемненные. В любом случае получается, чтобы избежать, требуется коррекция, в таком случае, чтобы вам объяснили, с чем это связано и проводится коррекция. Еще один звонок до перерыва успеем принять. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня третья сестра младшая, почти 2 года. У меня молоко уже приходит, может прийти только спустя 2-3 суток. Вот. Как отучить ребенка от груди, потому что мне уже больно кормить.
Угу. Как отучить ребенка от груди? Отучить, да, правильно услышали? Да. Угу. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Да, есть, конечно, народные средства. Перевязать грудь, пить поменьше жидкости, уехать в командировку для того, чтобы ребенок не хватал грудь, допустим, там и не стимулировал лактацию. Но есть современные средства, есть препараты, которые применяются всего двое суток, которые просто подавляют лактацию за счет того, что резко снижается уровень пролактина. Mm-hmm. Если в течение недели после приема этих препаратов не прикладывать ребенка к груди, то молоко перегорает само собой без всяких проблем. То есть это все возможно. Пожалуйста, обращайтесь к гинекологам. Я думаю, что лечение вам назначат. Даже и в аптеках, в принципе, знают, фармацевты знают про эти препараты. То есть это не проблема. Угу. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. 46 90 60, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы и оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Случай из практики», и сегодня мы говорим о здоровье молочных желез. И напомню, что гость нашей студии сегодня гинеколог-эндокринолог Елена Малыгина. Елена Николаевна, ну, вопрос, который я не успела в первой части задать. Вот развивается молочная железа, ну, очень многие сейчас отмечают, что девочки начинают развиваться пораньше. Вот когда, если в 8 лет уже вот какие-то изменения появляются, нужно ли маме, не знаю, паниковать, обращаться к врачу, показаться обязательно, или... Ну, на самом деле, все-таки средний возраст, вот стартовая точка, с которой мы начинаем процесс так называемого взросления, все-таки, да, это, наверное, 12-14 лет. Это возраст, когда приходит первая менструация к девочке. Вот. Соответственно, примерно где-то за год она начинает меняться. Эта девочка, начиная с 10-11 лет, она вытягивается, меняется структура ее тела, растут молочные железы, трансформируются, у девочки появляются волосы в специфических местах, и только потом начинаются месячные. Соответственно, если все эти процессы начинаются раньше 10 лет, то это, конечно же, повод для беспокойства, потому что, как правило, в таких ситуациях мы ставим диагноз «преждевременное половое развитие», и это требует уточнения, откуда это идет, откуда это идет, потому что чаще всего это патология, связанная с яичниками, какие-то опухоли, дисгормональные яичников, либо надпочечников, либо головного мозга, но все равно это требует коррекции, потому что это неправильно. Хотя, с другой стороны, если мама говорит о том, что и у меня, и у бабушки все в 10 лет начинались месячные, это совершенно нормально вот для нашей семьи, тогда, соответственно, это нормально. Вот. Но все-таки не стоит забывать о том, что средний возраст примерно где-то от 11 и старше. А, кстати, вот формирование, болезни или, наоборот, их отсутствие, они вот передаются как-то, вот склонности по наследству? Если брать молочную железу, то да, конечно. На сегодняшний день существуют уже известные гены BRCA первого и второго типа, которые как раз и кодируют вот аномальный ответ клеток молочной железы на какие-то внешние воздействия. И, соответственно, если у девушки имеются аномальные гены, вот этих вот BRCA первого и второго типа, то она относится к группе высокого риска по развитию рака молочной железы и рака яичников. И, соответственно, вот Анджелина Джоли, которую все долго обсуждали, она действительно выявила, у нее у матери было заболевание онкологическое, и она, соответственно, обследовавшись и выяснив, что у нее есть вот такая склонность к образованию этих опухолей, просто удалила обе молочные железы и вставила импланты, тем самым абсолютно точно профилактировав вот это вот онкозаболевание. Понятно, что у нас менталитет наших женщин совершенно другой. Если мы просто-напросто скажем женщине какой-то, что вы угрожаемы, не хотите ли вы сделать операцию, удалить молочные железы и поставить импланты, на нас, как на врачей, будут смотреть, я думаю, что с большим негативом. Потому что у нас в стране это не принято, вот как ни странно. Хотя обследоваться можно. Сейчас есть сетевые лаборатории, насколько мне известно, в лаборатории инвитро предлагают вот эту вот методику, когда женщина может прийти и сдать анализы вот именно на эти гены BRCA. В крупных научных центрах это все можно сделать, в Москве, Санкт-Петербурге. То есть, если есть желание, пожалуйста, просто это требует определенных затрат, как говорится, вложений каких-то материальных. Но, тем не менее, это все возможно. Вот. И поэтому, конечно, эти заболевания передаются по наследству. И если девушка знает, что сестры, бабушки, да, болели, страдали этим заболеванием, то она должна как-то более серьезно относиться к своему здоровью и следить за состоянием молочной железы. Благо, что сейчас наши технические средства, которые предоставляют здравоохранение, они все доступны. То есть женщина может... А что, кстати, к диагностике? В диагностике проблемы. Основное, это, конечно, ультразвуковое исследование молочной железы, которое девушки, вообще женщины... сейчас доступно абсолютно. Абсолютно доступно, их можно выполнять.
в течение всей жизни, но наиболее информативно, но все-таки в возрасте до 40 лет. Потому что 40 лет и по приказам, и, в общем-то, как бы у нас по клинической практике наиболее информативно все-таки маммографический скрининг, когда женщина в 40 лет впервые делает снимки молочных желез, маммографию, а дальше уже, согласно этому снимку, мы определяем ее в группы риска по развитию каких-то онкозаболеваний. То есть, если у нее абсолютно нормальные снимки, то повторять это такого рода исследование можно один раз в 3 года. Если выявляется какая-то патология, которая требует наблюдения, допустим, диффузная, да, в обоих молочных железах, тогда, соответственно, либо ежегодно, либо один раз в 2 года, это уже определяет врач-специалист. Если же у нее находится какое-то объемное образование, требующее уточнения, то, соответственно, мы ее сразу с этим снимком отправляем уже к врачам-онкологам, которые дальше уже проводят окончательные этапы диагностики, берется биопсия вот этого образования, проводятся какие-то иммуногистохимические исследования. И либо это отсекается онкологическая настороженность, говорят, что, допустим, это просто какая-то большая киста молочной железы или фиброаденома доброкачественная опухоль, либо у женщины выявляется рак. Причем маммографическое исследование позволяет выявить это заболевание, онкозаболевание на достаточно ранних стадиях, и тогда таким образом возможно выполнить даже органосохраняющие операции, особенно молодым женщинам. Я думаю, что это достаточно важно на современном этапе. Как-то все-таки качество жизни играет не последнюю роль у нас, у наших пациенток. А самый простой, доступный и бесплатный способ самопальпация? Конечно, да. Мы каждую нашу пациентку пытаемся обучить методике самопальпации. Во всяком случае, и в интернете, и везде это все выложены методики. Ну, к сожалению, как показывает практика, рак молочной железы пропальпировать можно только в случае, когда вот эта стадия достаточно выраженная. Но если женщина обращает на себя внимание, если она возьмет за практику хотя бы раз в неделю в бане или в душе, она будет просто осматривать грудь в зеркало, смотреть, насколько она симметрична, насколько она как-то выглядит необычно, скажем так, да, для нее, если появляются какие-то боли, да, и, то есть если она сама может напальпировать какое-то образование, что-то ей не нравится, это будет повод для обращения к врачу, для более детальной диагностики. Предрасположенность к болезням от размера груди зависит? Вот, может быть, от того, что она больше, больше шансов, что заболеет женщина? Как правило, нет. Нет. Просто другое дело, что большая грудь, она может приносить какие-то определенные проблемы в плане, там, возможно, подбора белья, возможно, что не совсем удобно там эту грудь носить, достаточная нагрузка идет и на позвоночник, и вообще на весь организм, там меняется осанка и все прочее. Но тем не менее, как бы вот какой-то разницы. Бывает, что у женщины абсолютно плоская грудь, и в ней тоже вырастает онкозаболевание, да, онкопроцесс. То есть это непредсказуемо. Это, конечно, зависит от тех факторов внешней среды, в которых мы живем. Раньше, вот если брать женщин, допустим, начала 20 века, конца 19 века, ведь у нас не было такого количества онкологических заболеваний. У нас не было. Почему? Это связано с тем, что было совершенно другое репродуктивное поведение. Женщина, выходя замуж, бесконечно рожала детей. То есть либо рожала, либо кормила. У нее было два состояния, абортов в то время не делали. Какие-то контрацептивные методики использовали крайне редко, то есть это тоже было не принято. И в результате этого молочная железа всегда работала до момента, пока она не вырабатывала свой ресурс. И просто не было, скажем так, возможности для того, чтобы формировались какие-то онкологические заболевания. Это касается не только молочной железы, это касается и матки, и яичников, то есть все, что связано с гормонами. На сегодняшний день женщина сама определяет, сколько ей нужно детей, когда она хочет детей, она делает аборты. Она не блокирует овуляцию, а овуляция тоже не всегда хорошо, да. Вот, то есть, кроме этого, у нас сейчас преобладают женщины избыточного веса, ну, как правило, то есть какие-то возрастные аспекты. У нас сейчас, к сожалению, население гораздо более больное, чем это было много-много лет назад, потому что и условия жизни совершенно другие, продукты. Это все накладывает определенный отпечаток. Конечно, количество заболеваний молочной железы, оно выросло в разы. На сегодняшний день, если брать рак молочной железы, то это лидирующая позиция у женщин по онкозаболеваниям. Причем самое обидное, что, несмотря на то, что у нас абсолютно доступна система здравоохранения, но очень многие женщины обращаются к врачу уже в таких запущенных случаях, что спасти их практически невозможно. Причем все это случается даже с молодыми женщинами. Вот, поэтому, к
Конечно, основное это все-таки внимание пациентки к самой себе. Самой себе. Да, возможно, что если она сама себя не смотрит, может быть, у нее муж, может быть, ребенок что-то напальпирует там, и так далее, потому что, к сожалению, этот орган достаточно доступный, а может быть, и к счастью. Вот. Ну и если что-то будет найдено, конечно, имеет смысл обратиться к врачу для того, чтобы уже поставили диагноз. Еще звоночек. Да. Примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте. У меня дочь делала УЗИ, и мне УЗИ показала 0,7. УЗИ показала что? 0,7. Киста. Это опасно. Вы находитесь рядом с телевизором, если... Опасно ли это? Правильно? Мне опасно ли это? Хорошо. Я немножко спасибо, не услышала, о чем речь. То есть фиброаденома или это киста молочной железы. Вот не услышала. На самом деле, вот если мы выявляем какое-то, еще раз говорю, очаговое объемное образование, это всегда показание для осмотра врачом-онкологом. Потому что любое вот это вот образование единичное, то есть из двух молочных желез страдает только один какой-то квадрант, одна какая-то вот зона, то всегда опасно в плане действительно подозрения на онкологический процесс. Потому что, к сожалению, возраст женщин, которые страдают заболеванием молочной железы, он, раком молочной железы, он на сегодняшний день достаточно молодой, помолодел этот рак. Вот, то есть он может случиться у женщины в 20, в 30, в 50, в 70 лет. Поэтому если это только одно какое-то узловое образование, это прямое показание для консультации онколога. Если это диффузное образование, то есть когда в обоих молочных железах находятся какие-то мелкие разрозненные образования диаметром от 5 даже до 1 сантиметра, кисты это будут или фиброаденомы, такую ситуацию наблюдает врач-акушер-гинеколог. И тогда вы просто обследуете, сдаете гормональный профиль, вам назначают лечение и осматривают эту молочную железу в динамике на фоне лечения для того, чтобы посмотреть, насколько правильно назначено лечение. Вот. Так что это все делается. Благо, что сейчас врачи-онкологи, они есть в каждом учреждении. Опять же, благодаря нашей системе здравоохранения сейчас каждая поликлиника должна иметь в своем штате врача-онколога. И поэтому вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, если районная женщина, в центральную районную больницу. Потому что молочная железа – это орган, который, в принципе, которым должны состоянием, да, этого органа заниматься практически врачи всех специальностей, которые, да, терапевты, хирурги, акушер-гинекологи, неважно. Вот. И если вы не попадаете по месту жительства, вы в женской консультации города Сыктывкара для городских женщин, у нас тоже идет прием врача-мамолога, онколога. Ну, есть специализированный онкологический центр, это вот у нас в диагностическом центре, куда вы будете попадать уже после первичной консультации для до дополнительной диагностики. А, кстати, вот по поводу эстетической хирургии, вкратце мы заговаривали об этом. Доступны сейчас достаточно широко, не так это удивительно такая операция. А сделанная такая операция, как она влияет на здоровье молочной железы? Вот может быть она так пагубна, как она потом влияет, если женщина решит... Если речь идет ребенка? Об имплантах, то есть вот импланты силиконовые, которые вводятся женщинам для увеличения объема молочной железы, то современные технологии предусматривают абсолютную изоляцию железистой ткани от этого импланта, потому что импланты вводят под мышцу субфасциально. То есть молочная железа никоим образом не травмируется, никоим образом она не задействована в этом процессе, поэтому женщина может смело кормить грудью, она может беременеть, никаких проблем не будет с этим, с этой тканью молочной железы. То есть гормональные перестройки тоже? Абсолютно ничего. Единственное, нужно смотреть, чтобы импланты были качественные, потому что то, что делалось лет 10, 15, 20 назад, сейчас эти импланты показали свою несостоятельность, силикон вытекает, да, из этих имплантов, и в результате этого, конечно, тут уже железа будет травмироваться. Если речь идет о современных технологиях, то это совершенно безопасно. То есть это могут делать женщины и молодые, и более старшие, никакой проблемы нет. Немножко по-другому идет речь о уменьшении молочной железы. То есть эстетические операции направлены на уменьшение объема молочной железы, когда удаляется часть ткани, вот как раз жировой ткани, окружающей саму молочную железу, непосредственно с железистой тканью. Вот эти операции, они более серьезно будут отражаться на здоровье груди, потому что тут будет развиваться соединительная ткань, да, травмироваться сама железа, и эти женщины тоже будут относиться к группе риска.
К сожалению, время эфира подошло к концу. В трех словах, получается, мы смотрим на то, как девочка развивается. Если какие-то отклонения от среднего положенного возраста, то обязательно показываемся к врачу. Самообследование в последующем. УЗИ до 40 и маммография после 40. Да. Если что-то настораживает, то обращаемся. В любом случае, гинекологи сейчас. В первую очередь, гинекологам, да. А дальше уже гинекологи решат, куда эту женщину отправлять и как ее вести. Ну и самое главное, не забывайте, пожалуйста, о рациональном репродуктивном поведении. Я все-таки с большим негативизмом отношусь к женщинам, которые выполняют аборты, потому что даже не столько это связано, может быть, с ее личными качествами, сколько с ее женским здоровьем. Поэтому более рационально, пожалуйста, относитесь к своему здоровью, в том числе. Планируйте беременность, конечно, рожайте, да. И кормите детей. Да. Напомню, что гостем нашей студии сегодня была акушер-гинеколог, эндокринолог Елена Малыгина. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо, до свидания. На следующей программе «Случай из практики» мы будем подводить итоги завершающегося года здоровья в Республике Коми. Все ли цели достигнуты и удалось ли закрепить в сознании жителей нашего региона основные принципы здорового образа жизни и заботы о себе, узнаем в пятницу в 12:40. До встречи!